Тест-драйв, который устроил санаторий «Знания», уже прошли порядка 50 человек. Все они жители различных регионов нашей страны. Цель этой программы – познакомить как можно больше людей с возможностями круглогодичного Сочи и самого санатория, рассказать о его широких лечебных возможностях и о том, как и почему от пребывания в санаторно-курортном комплексе пациент отмечает быстрый и заметный лечебный эффект. К примеру, молодежь, как показывает практика, зачастую не осведомлена о плюсах преждевременной профилактики здоровья. Стоимость входит проживание, трехразовое питание, пользование зимним нашим бассейном закрытым, а также консультация терапевта и назначение двух, таких будем говорить, самых востребованных процедур, которые у нас на сегодняшний день есть в санатории. А еще в распоряжении участников двухдневного тест-драйва, или, проще говоря, желающих попробовать пожить в санатории, дендрологический парк санатория «Знания» и бювет с минеральной водой. И в том числе мы проводим индивидуальную экскурсию каждому, кто приезжает, где мы показываем все в санатории, что у нас есть, для чего это работает, чем оно может быть полезно, может быть, самим этим людям, может быть, их родственникам и так далее. То есть мы пытаемся максимально окунуть их в эту атмосферу. И, наверное, все-таки мы хотим донести до нашей страны самый главный посыл, что здоровье – это самое важное. И будет здорово, если они будут о нем заботиться не только как о своем, но и о здоровье своих родителей тоже. Программа «Тест-драйв», разработанная для всех жителей страны, это выгодное предложение, которое не обязывает покупать 10-дневную путевку. Знания, как сам курорт, работает круглый год. В период низкого сезона здесь всегда есть спецпредложения, ориентированные как на людей старшего поколения, так и на молодежь, как, например, программа «Антистресс». Также на сегодняшний день в санатории действует программа «Со знанием в горы». Интересна она райдерам и лыжникам, для которых организован трансфер на Красную Поляну. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».